Tommy Lamcha, Tommy, in English, your thoughts about the game? Спасибо большое. It was a really, really hard night today. Hard nights. We started a little bit slowly, slowly. First 20 was Jokerit played really strong at. It was a hard 20 for us. I think second and third, we start play better. And today we played only with 5Ds, so I'm really satisfied how much our Ds gave for the team and how much they wanted to battle and win this game. So that was a big thing for us today. One thing today, opponent's goalie played really good game. So I think we had enough chances to score a goal, but goalie played well. But I think boys played with today with the big, huge green heart, and this is the main thing. What I'm satisfied. Of course, we wanted to take few points, but you get it one today. Спасибо. Юрий, you can translate. Yep. Сегодня наша команда играла со всем его, большим зеленым сердцем. Ребята сегодня отдали все силы. Начну по порядку. В первую очередь, в первом периоде, я считаю, что мы начали сегодня медленно играть. Йокерит играл очень хороший, сильный хоккей показывал. Второй, третий период мы играли уже намного лучше. У нас были сегодня шансы для того, чтобы забить, однако одним из ключевых элементов успеха Йокерит стал сегодня их голкипер. Сегодня он хорошо сыграл. Отмечу, что сегодня мы играли 5 защитников, и я и очень доволен, как команда, как и они в первую очередь себя сегодня проявили. Да, хотелось бы, конечно, сегодня набрать какие-то очки, несколько очков, но, к сожалению, мы сегодня уступили, потому что для нас сегодня был очень-очень непростой матч. И вот так, краткий комментарий по матчу. Questions for Tommy. Коллеги? Да, здравствуйте, я Азамат Шелуков, Метя Красить. Сегодня Салавату пришлось играть без нескольких игроков. Расскажите, в какой момент вы узнали о решении властей Хельсинки и как в этой связи пришлось поменять план на матч? Today Салават had played without some players, so when and why you did hear about Helsinki decision about this moment, and how did you change the game plan because of this? I think 5 minutes before we left from the hotel, we got the information that a couple of guys, they need to stay, and we changed our plan for sure when we had only 5Ds, so it means you need to play a little bit different kind of offense, and somehow we tried to save energy whole game, and I think we did it pretty well. Like I said, I'm satisfied how this played, so that was that's the answer. Ответ заключается в следующем. По поводу решения об игроках мы узнали буквально после 5 минут отъезда из гостиницы. Что касается плана на игру, то нам, естественно, пришлось вносить изменения, потому что у нас сегодня было 5 игроков. Мы старались сохранять энергию, старались игру держать. И, в принципе, если итог подводить, то я доволен тем, как наша сегодня команда справилась. Юрий, довольно редко. Юрий, first, this morning we got information that, example, Philip Larsen, he's out of the lineup. So, but the last call was like Sem and Semyonov and Birigov, we and Barano. This that was the 5 minutes before we left to Turin. О Ларсе не узнали с утра, а остальных игроков, таких как Семенов, Бирюков, Баранов, уже узнали после того, как с отеля отъехали. Вот уточнение от него. Да, понял. Редко довольно Салават игрой использует комбинацию с броском после выигранного бросания в зоне атаки. Сегодня это было чаще и забили таким образом. Можно ли считать это частью плана на матч? И хотели ли вы таким образом сэкономить энергию игроков в атаке? Салават pretty rarely use standard combination with the shot after the face-off in the offensive zone. So what is the part of the game plan today? Did you want to use it option to save energy of players? What do you think about it? Plan was we had only 11 forwards, so I needed to use different kind of lines.
Сегодня у нас был лишь 11 нападающих, поэтому мы старались использовать различные сочетания. What about the shots after face-off, after face-offs? What do you think about this combination? What do you think about shots after face-offs? Today you use it? Я могу сам сказать, Юр. Давай, попробуй еще раз, давай. I can ask this question directly. I mean, Salavat really pretty rarely use this standard combination when you win the face-off in the offensive zone, and then the center passes the puck to one of the wingers, and then he shoots the puck to the wingers of the defenseman, and one the player shoots the puck to the net. And tonight, Lisavetsk has scored this way. Can we say that this option was the part of the game, and it was the decision to save energy of the players? This is what I meant. I don't think so. It was a good goal, for sure. It was, but I think also Jokerit gave space and room for our D-man, blue line, and Lisovets. He scored a good goal. But like, mostly we wanted to play with the puck, and that was the main thing, that if we can win face-off, we want to control the puck. Of course, if you have a good chance to score and shoot the puck, we want to do that. But mostly we want to play more with the puck, and it's, if you can win it after face-off, it's a good chance to start good offense. В первую очередь хочу отметить, что когда ты выигрываешь бросание, здесь ключевое по нашему плану, это было шайбу сохранить, потому что ты так удобнее шайбу контролировать. Что касается гола Лисовца, я думаю, что в первую очередь защитники Йокерита предоставили такое пространство, после которого он принял решение бросать. Я думаю, что немножко событийный момент получился. А так, конечно, по плану мы старались больше игру контролировать за счет того, что шайба у нас. И поэтому после вбрасывания мы старались шайбу у себя сохранить. Поэтому так проще атаковать, когда шайба у тебя. Какую роль видите Науменкова, которого получили взамен на Сошникова? Чего ждете от него? Какая у него будет роль? На этом у меня все. Спасибо. Now you've gained Науменков from CSKA Moscow, from Сошников. So what do you expect from him? And what about his role in the team? Oh, he has a big role. He's a really, really strong defenseman, and he has a good character. He's a real team player, and that's the that kind of players we really need. Науменков тот тип игрока, который как раз-таки нам был нужен, очень опытный, сильный защитник, поэтому у него будет одна из ведущих ролей в команде. Any more questions for Tommy? Коллеги, есть еще вопросы? I suppose no questions. Okay. Thanks, Tommy. That's it. Thanks. Пока-пока. Okay. Lauri is here. We're going to start in Finnish and then translation into Russian. Late, ajatukset pelistä. Just niin vaikea peli kuin oletettiinkin, että 7. peli 14 päivää ja hyvä skaavoitto alla, niin se ei ole aina helppo. Так трудно было, как мы заранее подумали. То есть это у нас седьмой матч в течение двух недель. Выиграли СКА Питере. Это никогда не так легко. Mutta tietenkin pitää muistaa pelaajakka ja koneita, että pitää jaksaa. Ja meillä 4 uutta pelaajaa tuli ja toi varmaan sen tarvittavan energiaa. Ja eka erä oli meitä parasta. Siitä oli vaikea kakkoserä ja kolmannessakin vastustelujen paikkoja. Mutta kyllä Brianin maailmanluokan syöttö siihen voittomaaliin. Ja sitten toi loppu kuitenkin 5-6 vastaan pelattiin fiksusti. Niin saatiin sitten tärkeä 2 pistettä. Там, конечно, игроки у нас никакие машины, они нет, и получили новую энергию, когда меняли там 4 игроков на эту матч. А потом отличный, великолепный пас от Брайана, и сделали 2-1. Ну надо, я очень доволен, как до сих пор сегодня играли. Ja kyllä Kalniis oli tänään meidän tärkein pelaaja ja otti upeita torjuntoja. Kiitos. И самый важный игрок, я считаю, до сих пор был сегодня Янис Калнис, который очень хорошо играл у себя на ворота. Спасибо. Кисимиксия, questions. Да, добрый вечер. I can ask the question on Russian and then in English. Хочу спросить, хотел ли Йокерит изначально сыграть так активно, как в первом периоде? Хотели ли вы измотать таким образом соперника, потому что у него был сокращен состав? So basically, Йокерит had very active start of the game. Can we say that it was the initial plan, or maybe the decision
Or maybe this decision was made because of the opponent's shortened roster, and you wanted to exhaust the salad. Yes, we started off well, but what I said before, that we have played 7 games in 14 days, and after the road trip and that kind of huge victory against SKA, that it is not so easy. And I think that Ufa did a great job last 40 minutes, but I think that what I said before, that we defend well and Giannis was great, and it was important victory for us. Thanks. STT lähetti kysymyksen. Tekstiviestillä kysytään se tässä välissä, eli millaisia ajatuksia, suunnitelmia on tästä eteenpäin joulukuussa tämän pelin jälkeen? Nyt on pieni tauko ja vasta joulun jälkeen palataan kuitenkin kotikaukaloon ja haastava on ohjelma, niin miten sä näet nämä seuraavat viikot? No, tosi haastavaa on kieltämättä. Meillä on niin paljon siirrettyjä pelejä, ollaan me 8 peliä melkein pelattu vähemmän kuin muut, että nyt pelataan joka toinen päivä. Ja onneksi me saadaan nyt muutama vapaa päivä ja sunnuntaina lähdetään 8 päivän reissu, missä 5 peliä. Sen jälkeen meiltä siirtyy 9 pelaajaa maajoukkueeseen. Eli maanantaina pelataan vielä Kasanissa, sitten torstai, lauantai, sunnuntai ja maajoukkuepelejä, puolet porukasta siellä. Maanantai, tiistai pelataan Moskovassa. Että kyllä siinä niin kuin haastetta, mutta taas toisaalta niin ollaan onnellisia ja iloisia siitä, että saadaan pelata, kun tiedetään tämä hetkinen tilanne maailmassa ja moni kiekkosarja on suljettu. Mutta kyllä me paljon tarvitaan. Toivotaan terveyttä ja toivotaan sitä, että me päästään koko ryhmän voimin tuonne vieraskiertueelle, koska se on meille tärkeää. Mutta sitten vasta joulun jälkeen palata ja toivottavasti silloin kotiyleisö on paikalla, että Tapanin päivänä olisi upea pelata sitten omille faneille taas hallissa. More questions, kysymyksiä. Okei, okay, thank you. Kiitos, Late. Okei, okay, Teemu Hartikainen is here. So first of all, Teemu, your thoughts about the game as a whole? Tight game today. We created a lot of scoring chances. Couldn't score today, but Joker reduced their chance in the third period and they win the game. So that was there. Достаточно равный матч сегодня получился. У нас были моменты того, чтобы игру выиграть, свои голы забить, но, к сожалению, мы не смогли, а Йокерит свой шанс использовал и сегодня победил. Коллеги, вопросы? Да, здравствуйте. Азамат Шелуков, медиакарсеть. Салават, можешь сегодня... на английском, если хочешь спросить, так же, если удобно. Окей. Okay. Салават tonight had played with the shortened roster. How did it feel today? Tonight you had a lot of pressure from the opponent, especially on your line. So, what do you comment about all this situation with the, you know, this Helsinki's COVID decision? How did it feel to play in the such situation? Yeah, it was normal. It's there are some regulations and there's nothing you can do about it. And yeah, we had 5 defensemen and basically 15 guys in the lineup, but still Jokerit pressured hard, and I think we managed to play pretty well, even though the few of the guys dropped before the game out of the lineup. So I was pretty happy of the effort everyone gave today and the shape we were. А вопрос был о том, как тема Хартикани относится к тому, что к той ситуации с коронавирусом и о том, как сегодня игралось в этом сочиненном составе. Ответ. Вы довольны тем, как сегодня сыграли, в том плане, что у нас многое получалось, несмотря на то, что у нас сегодня была такая усеченная линия, мы играли в 5 защитников, поэтому у нас были шансы. Да, Йокерит сегодня играл очень хороший хоккей, прессинговал, однако нам удавалось с этим справляться, поэтому вот если это оценивать, то мы сегодня... очень довольны тем, как сыграли. А что касается всей этой ситуации с коронавирусом, то есть правила, поэтому мы должны лишь починиться. Хочу спросить про физическую составляющую. Насколько вы устали? Можно ли считать это одной из причин поражения? So, what about the physical shape? Is it safe to say that it was one of the reasons? Because one of the reasons of your loss tonight? No, it wasn't. It's
the reason we lost, we didn't manage to score the goals from our chances. That was the biggest thing. We had enough chances to win the game, but we didn't execute. Нет, мы в отличной прекрасной форме. Я не считаю, что это причина сегодняшнего поражения. У нас были шансы того, чтобы забить, и это как раз-таки есть причина. Нам не удалось свои шансы использовать. Сейчас я хочу спросить про то, каково было играть без зрителей, и не в первый раз. You already had some games without fans at this season, basically. How it feels? Is it harder to bring emotions to the game? Of course, it's harder. If you play there is a lot of fans in the stands, you can get a lot of energy out of it. And especially now we played in Helsinki, where I usually have a family and friends watching the game, and today it was empty. So it's different feeling to play, but it's not any excuse. You have to bring it every night. It's our job, but still, you can feel it, and you need to pump up yourself a little bit more than normal. Я думаю, что да, есть влияние некоторое на эмоциональное состояние, потому что когда есть болельщики, ты получаешь эту энергию, ты вдохновляешься, стараешься играть лучше, тем более в Хельсинки мы обычно играем при своей семье, при наших друзьях. Да, я чувствовал, что сегодня болельщиков нет, однако это совершенно не является оправданием тому, что мы сегодня не выиграли, поэтому мы должны лучше делать свою работу, и лишь, наверное, такие моменты должны нас, наоборот, больше толкать вперед, чтобы мы лучше играли. Any more questions for Teemu? Kysymyksiä Teemulle? Господа, вопросы у кого-нибудь еще остались? I suppose it's done. Okay, that's it. Yep, thanks. Okay, thank you.